тоже многодетная семья. Старшие у меня уже выросли. А вот сейчас осталось маленьких двое, это 10 лет и 6 лет. 10-летний ребенок, он сейчас перешел в 4 класс, ходим мы в 44-й центр. Добираемся общественным транспортом с утра. Общественный транспорт весь забит, потому что это утро. Очень много везут детей в школу. С 19-го года мы пытаемся добиться, чтобы в нашем микрорайоне, в новом, построили общеобразовательную школу для наших детей. Были, значит, встречи с нашим губернатором, с Дюминым. Встречи были очень тоже продуктивные. Вот наши, конечно, жители очень обрадовались, когда узнали, потому что и в СМИ везде было освещено, что школа наконец-таки будет в нашем микрорайоне построена.